Рено Логан нового поколения начали собирать на АвтоВАЗе. Пока это первые экземпляры. В серию модель пойдет этим летом. Выпускать ее будут на линии B0. Там же производят Ларгус и Ниссан Альмера. Выход в продажу последний, кстати, отложили еще раз. Напомним, на заводе предполагали, что японская легковушка отечественной сборки поступит к дилерам не позднее января. Но в первый месяц года выпустили только 1000 автомобилей. Дату перенесли на февраль, затем на март. Теперь старт продаж Альмеры назначен на середину апреля. Тем, кто хочет заказать машину, озвучивают срок ждать не раньше конца года. В сутки с конвейера сходит всего около 30 автомобилей.